Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Полина, я рада приветствовать вас на видеоканале компании RES Property. Сегодня мы с вами приехали в район Лара, где я хочу познакомить вас с новым жилым комплексом, который состоит из трех блоков, 70 квартир, планировок 2+1 и 3+1. На территории данного комплекса имеется крытая подземная парковка, а также детская игровая площадка и, конечно же, круглосуточное видеонаблюдение и охрана. В свою очередь, данный комплекс имеет невероятно удачное месторасположение. Это шаговая доступность абсолютно ко всем удобствам городской инфраструктуры. Это всевозможные супермаркеты, рестораны, кафе, остановки общественного транспорта, также крупные торговые центры и всего лишь 800 метров до моря. Ну а прямо сейчас я предлагаю вам приступить к просмотру квартиры планировкой 2+1. Сейчас мы с вами посмотрим квартиру планировкой 2+1 с отдельной кухонной зоной. Прямо сейчас направляемся в гостиную зону, которая здесь у нас очень просторная. Также она очень светлая. Места хватит абсолютно для любого комплекта мебели, вы это можете даже не сомневаться. Из гостиной зоны у нас имеется выход на балкон, откуда открывается вид на море. И также отдельно хочется отметить, что в гостиной и во всех спальных комнатах у нас на полу постелен ламинат. В кухонной зоне у нас установлены раздвижные межкомнатные двери, которые значительно экономят пространство, что очень удобно. Что касается размеров кухни, то здесь у нас она достаточно большая, светлая, просторная. Отсюда также имеется выход на балкон. В кухонной зоне в стоимость у нас входит комплект корпусной мебели с множеством шкафов для хранения всевозможной кухонной утвари. И ко всему прочему, в стоимость также входит вытяжной шкаф. В этой части квартиры у нас располагается слева гостевой санузел, справа детская или гостевая спальная комната. Ну а здесь уже находится хозяйская спальная комната с индивидуальной ванной комнатой, а также отдельной зоной, которую при желании вы можете закрыть, и у вас будет собственная гардеробная. Также хочу отметить, что по всей квартире установлен подогрев полов. Дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Я прощаюсь с вами до новых встреч. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.resproperty.ru. Ссылка на этот объект появится прямо в описании данного видео. Не забывайте ставить нам лайки, а также подписываться на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик.